Ребята, мы с вами возвращаемся в Game Dev Studio. Рад вас видеть и рад, что вам нравится эта игра. Мы продолжаем развитие своей Zack Studition, большой огроменной студии. И коли уж у нас, я ж свистнул, появились деньги, я думаю, что надобно с вами взять и попробовать бахнуть, наверное, еще один. Так, подожди, движок обновлять нет, да, смысла? Ничего не добавлю, да. А поправить? Ну, а поправить его можно, на самом деле, хотя не особо-то нужно. Новый движок. Что мы можем тут увидеть из того, что у нас нету? Спортивное колесо, джойстик, геймпад, инструмент для разработки, поддержка нескольких консолей. А-а-а. Ладно, давайте ничего не будем с движком мутить. Давайте мы с вами сделаем... Ух ты, подожди, эпоха, продолжение эпохи 2. Да, мы с вами сделаем сейчас дополнение для эпохи 2. Еще одно. Я, кстати, взял и не назвал предыдущее дополнение. Это так тупо. Век королей пусть будет называться именно этот. Именно это дополнение. Дополнение, аудитория, команда, студия. Так, цена $4.99. Конечно же, для взрослых, опять же. Добавим еще одну компанию, еще одни новые игровые механики, новые космические предметы, новые используемые предметы. Все это бахнем. Размер дополнения попробуем сделать средний. Отлично. Давайте, бахайте. Так, я нажму play, и тут же, помимо всего прочего, мы с вами... Pineapple объявила, что они больше не поддерживают консоль. Да плевать. Тут же мы с вами возьмем и расширим... Да что такое-то? Офис. Купим вот этот вот за 240 тысяч. Офис 3. Подожди, ну ладно. Хорошо, а как у нас эти называются? Офиса. Выйти из режима построек. Как-то они у нас назывались. Собственность. Назначение работников. Просмотреть соперников. Ну-ка. Назначение команд. Студия 19 человек. Ага. Так, ну ладно, хорошо. Я пока не могу найти, где это все меняется. Могу я переименовать эту... Ты выше. Уже нельзя, да? Да, уже, к сожалению, нельзя переименовывать. Безымянная игра, да. Гениально, Дима, гениально. Ну ладно. Идем в собственность тогда. И смотрим, где у нас вообще входная дверь. А правда, где она? Вот она. Вот здесь вот она входится. Окей. Окей, это здание я бы хотел с вами обустроить под серверную, ребята. Вместимость сервера для любого ММО проекта. Да, мы с вами подготовимся сейчас в освещении, все сделаем, блин. Вот так. Конечно же, мы бахнем с вами освещение. Раз, два. Отлично. Я думаю, пока для серверной достаточно, да? Серверов. Так, оно будет заканчиваться вот здесь. В целом, можно будет, конечно же, еще воткнуть вот тут. Вот так вот. Раз и два, да, к примеру. Раз и два, да. Бахнуть стеночку. Отлично. Что такое? Чего вы хотите-то? Никто не может достигнуть. Да не, ну издеваетесь, что ли? Конечно же, вы сможете достигнуть эту комнату. Вот таким вот образом. Двойную дверь можно бахнуть. Кстати, давай-ка, знаешь что? Давайте... Подвинем вот так вот, красиво, чтобы было двойная дверка. Отлично. Ну и, конечно же, сюда необходимо поставить кондиционеры. Раз. Что такое? В
той же комнате с серверной стойкой не может быть кондиционер? Серьезно? А я вообще-то думал, что оно... Хо! Я вообще-то думал, что оно, в принципе, для серверной. Это странно. Это очень странно. Так, мы сюда с вами плиточку поместим. Отлично. Такая серверная. А, что ж, неплохо. Здесь можно будет потом комнату отдыха какую-нибудь обустроить. Или, с другой стороны, можно прямо здесь и разместить офис работников. Так. А если вот в эту сторону... Блин, какие большие требуются места. Как много мест, точнее, требуется. Пипец. Раз, два, три. Да будет у вас освещение, не бойтесь. А вот если я поставлю вот сюда, оно... Они смогут проходить вообще, интересно, или нет? Друг к другу. Раз, ну-ка, два. Наверное, как раз-таки за счет этого они кричат, да, что мы не, к нам нельзя подойти. Так, подвинуть тогда. Ну а чё, подвигаем тогда сюда. Два. Три. Четыре, пять, шесть. Чё-то никакой комнаты отдыха, короче, не планируется, по всей видимости. Нуждается в освещении. Так, к вам вот так вот-то получится подобраться? Раз, два. Три, четыре. Да, отлично. Мне кажется, здесь кто-то свистит, виздит. И они, конечно же, этим бесят очень сильно. Ну, что поделать. Так, я вам, конечно же, бахну кондиционер. Раз, и кондиционер два. И кондиционер три. Я вам дам, естественно, воды попить. Только как бы вот сюда, что ли, поставить водички? Нуждается в освещении. Блин, а вам, наверное... Вас, наверное, будет бесить то, что кулер так далеко. Если так, мне придется его ставить куда-нибудь сюда. Ага, здорово. Во, идеальное место. Идеальное место для кулера, если что, вдруг. Так, а если сюда подвинуть? А если сюда? Ага. Значит, такой кулер сюда поместится. И такой кулер вот сюда. Два кулера. Здесь один кулер, тут два кулера. Тут, конечно же, тут будет освещение. Не парьте мне мозг, пожалуйста. Господа, шикарно. Шикарно. И опять без какой-либо комнаты отдыха получается у нас. Стул, книжная полка. Кажется, одно рабочее место отсюда должно будет уйти. Потому что я еще и про туалет забыл. Да. Я забыл про туалет. Конечно же, им нужен туалет. Безусловно. Но считается одним залом, правильно? Одним офисом. Поэтому если я, допустим, здесь комнату отдыха с книжками запущу, то они смогут, наверное, развиваться. Так, а если... Окей, погодите. Проекты, нафиг, собственность. Расширить нельзя, да? Вам тут расширения покупать какие-либо. Окей, да, правда. Про туалеты я забыла. Работайте, ладно, здесь команда, здесь команда. Я надеюсь, что им здесь хватит места под туалет. Какой-нибудь раз, два, три, четыре, пять, шесть.
такой же пол, как в серверной. Вход отсюда. Рядом с окошком, почему нет? Раз, два. Что ты меня бесишь? В освещении. Серьезно, тебе не хватает освещения? Две лампы вам надо. Несовместим с окнами в комнате. Ай, а можно это убрать? Разрушить стену. Вот. Так, нормально, да? Здесь окошко у нас не будет. Так, конечно же, вам надо на еще моечку поставить. Раз, два. И вам надо еще и вот так вот бахнуть. Да, я думаю, нормально. Такой туалет им более чем... Их более чем устроит. Мы разместим здесь книжную полку. Безусловно. Рядом с туалетом, опять же. Даже можно две. Что за стул, я не понимаю. Давай это, подожди, продам вот эту вот тему. И поставлю вот эту. Стол здесь не поместится. Конференцного стола. Так, 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 так. Вам же еще и вот это вот дело нужно воткнуть. Так, а интересно, дверь я, наверное, здесь поменяю. Блин, видите, как здесь все перестраивать-то приходится. Смотри, разломать. Все нормально, не переживай. Поставить. Подожди, подожди, подожди. Подвинуть дверь сюда. Нет. Не могу туда дверь подвинуть. Ладно. Подвинуть дверь сюда. Тоже не получается. Почему? Окей. Продам нафиг дверь. Какая-то ерунда с дверьми. Во, все отлично. Так, и сюда же вот так вот вторую раковинку поставим. Ништяк. Все это для чего? Для того, чтобы книжный шкаф перебрался сюда. Кулера им этого хватит. Он тем более в ту сторону смотрит. А здесь мы тогда с вами намутим кухонку. Типа, да? С таким же двойным освещением, как здесь. Какой у нас там пол в кухне? Я понял. Так, окей. Что это такое? Так, пока продам. Сейчас, подождите, сейчас, чтобы не париться. Значит так, здесь должен был быть холодильник. Все верно. Не хватает одной мойки. Все ништяк будет, сейчас, погоди. А рядом с этим делом пусть будет тогда моечка. Столы. Раз. Два. Так, кофейная машинка, микроволновая печь и плита с этой стороны. Плита с этой стороны. И здесь же раздача жвачки. Чего нет? А вот эта доска, ну не знаю, на кухне постоять, повдуплять можно. Вот, с другой стороны, можно, конечно же, сделать тут то же самое, как мы сделали тут. Допустим, замутить так вот дело. Сейчас, погодите. Передвинуть стол нужно. Ну нет, здесь так не получится. Ладно. Пусть будет так. Не знаю, поможет как-то доска. Может быть, ее подвинуть сюда? Ясно. Может, ее подвинуть сюда? Ясно.
Может ее подвинуть как-то. Да здесь нахер доска, короче, не вперлась, кажется. Да, я доску сюда поставлю, пусть выходит рисовать. Это же тупо. А, типа, почему нет? Вот, две доски, все, выходите, рисуйте, планируйте, как в курилке, знаешь. А чё? Нормально все. Все, кухня есть, это есть, это есть. Места, конечно, пипец как мало для расширения у нас получается. Но зато у нас своя серверная. Так, насколько еще раз? 220 тысяч очков. 220, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот и считайте, как хотите, да? Хорошо. Я думаю, можно запускать. Значит, раз, два, три, четыре, пять, десять. Да, это мой уровень арифметики. 10 человек нам нужно. Работничков нанимаем. Нам нужно как можно больше инженеров-программистов. Так. Программирование 38 уровень. Выслать. Ну, этот прям совсем что-то не ахти, конечно, ну ладно. Выслать 2. Выслать 3. 4. Звукорежиссер. 5. Не. 6. 7. 8. 9. Ну хорошо, давайте еще одного менеджера. 10. Так, согласитесь ли вы? Принял приглашение. У меня появилась ачивка, ребята. Ачивочка. Имейте 20 сотрудников. Воу! Отлично. 2. Так, один отказался. Третий отказался. Четвертый отказался. Минус 2 писателя. А че вы? Че вы отказались-то, слышь? Че вы раздражаете-то меня? Так, ждем. Раз, два, три. 29 человек. Закрылся из-за банкротства. Отлично. 544 тысячи у нас осталось денег. Так, ребята, работает. Это все одна студия. Тут нет даже команд. Я пока не знаю, может быть и стоит команд бахнуть. Инженер-программист. Получили контракт на работу Game Advance. Отклонить, спасибо большое. У нас тут своего пока хватает. Нагрузки на сервер минимальны. Так, ребята, вы понимаете, да, к чему мы идем? Начать КК. Конечно. Анонсировать игру. Анонс был встречен. Может быть, это как-то подпихнет эпоху 2 еще жить. Живи, 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 живи. А, стилизованный арт, органическое искусство, конечно же. Визуальными эффектами. Давай. Отлично. Начать тестировать проект. Убираем, бахаем. Живи, пожалуйста, эпоха 2. Пока живи еще. После окончания интервью. Нормально все. Рекламировать. Пригласить на интервью всех. Подтвердить. IGM не сможет прийти. Кто-то там придет. Не смогут прийти. Не сможет. Кто-то пришел и ладушки. Так. Отлично. Давайте выпускать игру. Отлично, отлично, отлично. Главное отбить вот это дело и немножко в плюсик уйти. И еще немножко подбить процент продаж нашей эпохи второй. Живет и ладушки. Живет и ладушки. В общем, блин. Очень много всего получается сделать, ребят. Очень много всего надо сделать. Так, проект. Ребята,
Но. Поправить движок. Надо обновлять движок. Надо обновлять движок и править движок не надо. Нам нужно сейчас новую игру замутить. Продолжение Креста. Это фэнтези-песочница. Оценка у Симтиту, кстати говоря, несмотря на то, что она не окупилась, 9 из 10. Может, городскую стратегию все-таки стоит продолжить? Все-таки оценка бешеная. И давайте попробуем сделать большой проект. Симтиту 2. Симтиту 2 он назывался, да? Симтиту, да. Симтиту 2, движок Zack Engine, команда студия, полная игра. Нет, ММО сейчас пока нет. Большая игра будет стоить 40 баксов. Идем прям на вперед мы идем. Конечно же, это будет стратегия. Стратегия, основная игра. А, и второй поджанр будет. Стратегическая... Ролевая игра, блин, стратегия. Песочница. Стратегия-песочница. Да, стратегия песочницы, отлично. Консоль, конечно же, ПК, аудитория, конечно же, для взрослых. Песочница хороша для всех. Для взрослых. Итак, это будет, конечно же, городская стратегия. Ух, вид сверху. Плевать, глубокая предыстория, разветвленная история, множественные концовки, динамическое повествование, катсцены. Раз вы хотите вот так вот по максимуму, будет вам по максимуму. Продвинутый дизайн мира, плавный переход между уровнями, стойкий мир, цикл дня и ночи, погодная смена, сохранение, сложность, советы. Свобода движений, точные боевые искусства, стелс, реалистичные бои на мечах, жажда и голод, мультиплеер, разделенные экраны, кооп. Реалистичная графика, анимация, захватное движение. Даже не знаю, нужна это нам или нет. Но плевать. Обычные звуки, оркестровая музыка, процедурный звук окружения. Статистический звук окружения. Тоже пусть будет. Да, 349 тысяч. Мы, конечно же, будем... Это приквел. Не сиквел, а приквел почему-то. Странно, ну ладно. Это будет гигантская работа, и уже после нее мы с вами сделаем выпад в сторону ММО. Так, начинаем бахаться. У вас есть минутка, что там? Давай, давай, бахаем, бахаем, бахаем. Отлично. Ну все, окей, нажимаю вперед, просто на максимум. У меня остается немного времени совсем. Так, продажи поднимаются. NL Game Awards. Show more info. Номинированный Invalid Games, Век Королей и Безымянная Игра. Так, подожди. Общее качество Век Королей лучше, чем... Хотя средняя оценка у нее лучше. Invalid Games. Не понимаю, ну ладно. Start the speech with enter intro speech. Enter... Continue, nominate game. Я немножко не понимаю. Начать разговор с... Спасибо большое всем. Моя команда, моя семья, собачка моей домработницы. Все вы сделали это возможным. Возможным. Реальностью. Блин. Все вы сделали это. Продолжится. У нас были проблемы, но вместе с игроками мы преодолели все трудности. Спасибо вам. Вы самые лучшие. Наша комьюнити всегда знает,
дальше, круче. Отлично. Finished, you will participate, бла-бла-бла, отлично. Так, стопешечки, значит, анонсируем игру, анонс встречен. Конечно же, нам нужно зарегистрироваться на все конвенции. Давай. Забронировать места. Наверное, на самые поздние конвенции нужно отправлять лучших людей. Но все-таки. Но все-таки. Отлично. Позже как-нибудь мы с вами... О, блин, мы еще в плюс выходим. Позже мы как-нибудь с вами на 33 тысячи. Как-нибудь с вами еще и хорошее лидерство. Класс, делицензионное. Так, подожди, а хорошее лидерство это что? Не понимаю. Ладно, неважно. Позже мы с вами как-нибудь еще... Что я хотел сказать-то? А, несколько игр отправим на конвенцию. Можно, кстати, еще эпоху. Ну ладно. Блин, эпоха, конечно, бомбит. Просто жесть, как бомбит. Конечно, наши продажи, типа, не самые большие. Но то, что есть, это просто пипец, как круто. Вы получили контракт на работу от Game Advance. Детали от контракта указаны ниже. А, нет, спасибо. Работаем, работаем, ребята. Пока идем в плюс. Пока идем в плюс. Это нормально. Интервью закончено. Так. Annual Game Awards. Ну-ка, ну-ка. Что тут у нас? Добро пожаловать на Annual Game Awards, где мы награждаем разработчиков игр за их вклад в игровую индустрию. Этот год имеет... В этом году у нас всего две категории. Симуляция и стратегии. И лучшие в категории симуляция становятся Trial of Underworld. Лучшей стратегией года становится God War. И сейчас тот самый момент, когда мы ждем победителей и наград Game of the Year. Игра года становится Duty of Hexagon. Спасибо большое всем. Моя команда, моя семья, собачка, мои домработницы. Все вы сделали это. А почему я говорю, если... Я не понял, что произошло. У нас были проблемы, но вместе с игроками мы преодолели все трудности. Спасибо вам, вы самые лучшие. Наша комьюнити всегда знает дальше круче. Ае. The winner of the Game of the Year award this time is Duty of Hexagon by Viking Studios. You've earned no award this year. Вы не имеете наград в этом году, да. Обидненько. Обидненько, ну что поделать. Так, кто-то там заболел. Интервью закончено. Начинаем рекламировать. В общем, приглашаем на интервью. Отлично. С радостью придут. Мы не сможем. Ну и валите нахер. Три закончено. Мега. Да плевать. Рекламируем игру. Массовая реклама. Неизвестный Фтинос. 15 тысяч очков популярности. Давай. 400 тысяч. 500 тысяч мероприятия. Реклама на сайтах. Утверждаем. Так. Рекламировать игру еще. Раскручивать в интернете. Начинаем. Так, естественно, мы пошли в минус. Гордон заболел, неважно. Неважно. Пойман один. Быть пойманным за раскруткой навредит вашей репутации. Ух. Ваш шанс быть пойманным. Как так-то? Начать ККИ. О, посетителям понравилась игра. Здорово. Начать ККИ. 102 тысячи. Плачу.
алгоритмы, рендерик, рендеринг, да, давай. Мы получили контракт отклонить, 255 тысяч. Окей. Найдена проблема, оставшиеся неисправности 0, супер. Можно и самим решать, на самом деле. Просто обычным тестированием ты сам, своей командой все решаешь. А вот когда нанимаешь людей, они все делают. Итак, скоро игра будет издана. Проблем вроде новых нету. Даже тестировать не нужно будет. По новой 157 тысяч. И, господа, у вас есть минута. Да что там? Давай, без вопросов, гуляйте. Отлично. Ребята, выпускаем Симтиту 2. Ну и понеслась. Продолжаю слышать историю игровой студии, которая становится довольно популярной. Я говорю о вас. Хорошо иметь хорошую репутацию, потому что люди будут с большей вероятностью принимать ваши предложения о работе, и больше люди купят ваши игры. Но не все является розами. Есть и другие игровые компании, как и ваша, постоянно ищущие талантливых людей, и некоторые жаждут успеха настолько, что они не против заиметь нескольких врагов игровой индустрии, даже попытаются звонить ваших сотрудников к себе. И так, когда кто-то попытается украсть ваших сотрудников, дайте мне знать, мы заставим их пожалеть об этом. Ништяк. Ребят, самое главное сейчас прочитать обзоры. 8,7 из 10. 8,7 из 10. Здесь тоже 8,7? Да, 8,7 из 10. 8,7 из 10. Это мега как круто. И IGN 8,5 из 10. Так, а что вам больше всего не нравится в итоге? Звук. Звук и графика надо подтягивать. Но зато посмотрите сюда. Продажи сверхбольшие. Цена при этом тоже сверхбольшая. И мы с вами, естественно, покроем расходы. Сейчас же прям возьмемся за разработку дополнения. В общем, все у нас с вами замечательно. Я прям горжусь нашей ZX Studition. В следующей серии начнем бахать уже MMORPG. И это будет круто. Спасибо вам, ребят, большое за внимание. Не забывайте про комментарии, про возможность поддержать меня на Патреоне, а также про стримы на Твиче. Приходите и поболтаем там. Собственно, ссылочки на все-все-все-все-все подряд есть в описании. Дальше круче. Пока. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Может, вы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. Ну а вот приключения спешим, друзья. Эти байкоходы машинист.